С 2020 года ЕГЭ по иностранным языкам для выпускников школ станет обязательным. Однако глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов предлагает не дожидаться этого времени и уже в этом году включить этот предмет в список обязательных для сдачи. Правда, пока только для девятиклассников. Сейчас выпускники девятых классов в обязательном порядке сдают два экзамена – русский и математику. Еще два предмета они могут сдать по желанию. До прошлого года в обязательном порядке сдавалось 4 экзамена. В Миноборнауке уже заявили о планах поэтапного доведения числа выпускных экзаменов для девятиклассников до 6. Кроме того, с 2017 года результаты сдачи будут влиять на оценки в аттестате об окончании школы. Мне кажется, что поскольку экзамен по английскому будет для нас обязательным к 2020 году, уже сейчас нужно сделать обязательным иностранный язык, говорит Дмитрий Ливанов. Насчет остальных трех нужно подумать. Может, это будет по выбору, добавил министр образования и науки страны. Ну и вот как инициативу Миноборнауки прокомментировал директор 4-й городской школы Маргарита Савина. Здесь можно много ведь рассуждать и так. С одной стороны, если как учитель, пусть даже русского языка, английского языка, они, я думаю, что не будут «за». Потому что вот я как учитель русского, например, языка, я вижу, насколько детям трудно сдавать русский язык. Если еще английский язык как обязательный ЕГЭ сдавать, надо, во-первых, работу всю перестраивать, обучение языку, больше уделять внимание практике, именно разговорному иностранному языку. Конечно, над этим очень-очень хорошо надо думать.